Химки продолжают избавлять от незаконной рекламы. Каждый день по микрорайонам проводят рейды. Улицы для мониторинга выбирают в первую очередь по запросу жителей. Это баннер на ограждениях, это таблички на опорах освещения, это могут быть отдельно стоящие какие-то конструкции в виде там натяжных потолков или еще чего-то. То есть как мы это все дело убираем по территории. Так за прошлый год в Химках демонтировали более 3000 незаконных объектов рекламы.